вами с другой стороны поболтаем. Надоел меня, сразу они собираются все. Я работать торговать надо. В каждом городе небольшом есть рыночек по субботам. Кризис на художественном проекте «Блошиный рынок» не отразился. Может быть, за счет того, что сюда люди приходят не только за коммерческим успехом, хотя, конечно, если бы его не было и не было бы экспонентов, но и за той атмосферы, которая есть на площадке, потому что музыка 40-х, 50-х, предложенная всем гостям чашечка чая, доброжелательность и желание всех экспонентов донести до тех людей, что к ним приходят, историю той вещи, которую они продают, это все ценно. Опускаете? Перещелкнул. Прикольно очень. Это пулескадрон. Пулескадрон. Но... Даже оператор уже не выдержал каунтер, купили в своей жизни. Очень-очень старинная тарелка. Она сделана из папье-маше. Эти лилии свидетельствуют о том, что она была сделана еще до эпохи Наполеона. То есть это очень-очень старинная вещь. Сделана вручную и расписана вручную. Тоже в очень хорошей сохранности дошла до нашего времени. Такие вещи действительно очень редко встречаются. Блошиный рынок – это барахолка, да, то есть там все должно продаваться за 3 копейки. Это такое правило, такой закон блошиного рынка. Это не антикварный салон, не правда ли? Есть разница между блошиным рынком и антикварным салоном. Здесь же цены стоят совершенно антикварные. Бродвея. 200 рублей. Бери. Шикарный. Зря не хочешь. Лучший ковер. Всем москвичам нравится. Приходят сюда поторговать. Закроют ЧП, будет туда. Да, закрывать нельзя эти рынки. Надо наоборот их в каждом районе открыть, такие рынки, и мы будем все довольны. Им будет неудобно бабушкам ехать. В руке его подержите. На самом деле, в руке он хорошо спается. Прям вообще удобно.